У Гомелі з'явіться парк сімейних дерев. Розміститься він у районі озера Бурое Болото у Волотаві. По задумці гомельчані у гонор любых сімейних подій, весілля, народження дитяти, юбілею зможуть посадити дерева. Так само на території парку розмістять зони відпочинку. Перші дерева висадять не пізніше середини мая. Ініціатива створення парку сімейних дерев належить БРСМ. На сьогоднішній день проводяться у нас поки підготовительні мероприятия. Студенты Белорусского университета транспорта разрабатывают концепцию этого парка. Со стороны Гомельского горисполкома проводятся работы, определяющие, где можно будет там посадить деревья. До речи, у 2019 годе по всей области протягнутся работы по озеленению. Причем у больших масштабах. Только древ будет высажено на 10 тысяч более, чем летось. Эта лишь в складе 35 тысяч. Так само у населенных пунктах региона з'явится 11 тысяч новых кустарников. Перевагу будут отдавать звыклым культурам – дубам, березам, кленам. Высаживать будут как молодые, так и дорослые древы. Великую увагу будут надавать захованию саджанцев. Для этого распрацаванный шерах мероприемствов. Подчас экологичной акции «Доброупорядкуем малую родиму» особливую увагу звернуть на крыницы. Этот год, так же, как и прошлый, идет под, значит, как год проведения глобальной экологической акции «Обустроим малую родину». Здесь у нас хотелось бы сказать, что в Гомельской области, так же, как и в республике, будут определены и проведены мероприятия по обустройству родников. У нас уже на сегодняшний день, значит, специализированные организации ЦНИКИВР проведены работы по инвентаризации всех родников Гомельской области. И, значит, здесь сейчас мы проводим работу, выявляя те родники, которые наиболее востребованы населением, с тем, чтобы их именно, значит, обустроить и сделать более доступным людям.